Всем привет, с вами Майк, вы смотрите Cam with Man. Сегодня 24 декабря, накануне католического Рождества. Всех католиков я поздравляю искренне и от души. Это мои софтбоксы, мой свет и все прочее. И сейчас я готовлюсь к съемкам Биофакта. Да, друзья, вчера дописал сценарий, точнее не дописал, а написал заново про отличнейшего актера. Да я теперь могу уж сказать о ком, о Джесси Пинкмане, конечно же, Аарон Пол, актер называется. Называется. Но надо же было так сказать. Зовут актера Аарон Пол, играл Джесси Пинкмана во «Все тяжкие». Да, друзья. Сейчас буду сниматься, потом садиться и монтировать. Да. Пам-п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 ам. Отснял материал, скидываю его на комп. Вот, еще раз смотрите, Аарон Пол, фокусируйся. Да, дружище, да фокусируйся же ты, Аарон Пол. Отлично, 20 минут. Ну, на самом деле не 20 минут, на самом деле поменьше, я думаю. Так что сейчас открываю Premiere Pro и начинаем монтаж. Монтаж, да. Начинаю монтаж, а позже... Я надеюсь, я все это успею сделать... Сегодня сейчас никуда особо быстро не спешу, поэтому к обеду я надеюсь все это замутить. Главное не лениться, друзья. Лень — это такая дрянь. Она вот сейчас может ко мне прийти и... Но она не придет. Она не придет, я ее не звал. Это как в этом... Помните, такси... Какое это было? Третье такси? Да, когда его китаянка связала полицейского, то он: я не звал смерть. И тут на такси приезжает чувак второй: и не звал такси. Также я говорю: я не звал лень. Так что все нормально, проснулся сегодня бодро, рано и начал свою работу. О, да, чуваки, наконец-то я смонтировал все. Буквально, в принципе, довольно-таки быстро все вышло. Все, теперь осталось инфографику делать. Блин, я там сам себе говорю в ухо. Я просто прослушаю, все ли правильно я сделал. Осталось сделать инфографику и, конечно же, рендер. Рендер, мать его, самая долгая штука в мире. Ну все, я закончил монтаж, закончил инфографику, поставил рендер. Там, кстати, по телеку идет 6-й день с Арнольдом Шварценеггером, кайфовый фильм. И я, кстати, вам забыл вот показать те самые фотографии, которые подписал Дмитрий Юрьевич Пучков. Вот, видали, какая у него... подписуха крутая. Улыбнулся он, когда увидел фотографии. Порадовали они его. Кстати, это его аватарка. Да. На самом деле, они у меня вот так вот не стоят. Я сегодня не могу купить. Забываю купить рамки. Вчера были в Икее, блин, и не купили рамки. Надо купить рамки, повесить, потому как... Чё, клёвые фотки. Сидел, бренчал на гитаре и сочинил новую песню. Да, друзья. Такие дела бывают и... В основном только так оно и бывает. Никогда не сочиняешь песни вот так. Надо сочинить песню и сочинил. Нет, всегда вот именно вот так вот как-то. Внезапно. Вот, собираюсь уходить из дома. Вроде тепло на улице. Ну, относительно. Вот, поэтому увидимся. Увидимся через одну секунду. Друзья, решил ответить на ваши вопросы. Наконец-то тут уже накопилось много вопросов. Итак, поехали. Майк, ты научишь нас играть твои песни? Ну, друзья, если есть такая потребность, то... Это мой телефон? Да. Если есть такая потребность, то я научу вас играть мои песни. Пишите в личку. Но вообще, когда спрашивают аккорды, я пишу аккорды, какие у песни. Коля Акатьев, если делаешь... если ты делаешь свой же ежедневный блог, будут ли выходить влоги на основном канале? Нет, основным каналом я лайкаю вот эти вот свои Cam with Man влоги, и как бы смысла нет. Я для этого-то и создал вот этот вот канал, который сейчас смотрите, для того, чтобы здесь делать влоги, а тот канал оставить для передач и шоу. Обкуренная бугаля-бугаля. Что за обкуренная бугаля-бугаля? Или бугаля? Спрашивает, служил, и что ты думаешь насчет армии? Не служил, и я не думаю вообще об армии.
Привет, Майк, я смотрю американских видеоблогеров, как и ты вроде, в частности, таких как та-та-та-та-та-та. У меня возник вопрос, зачем ты берешь их фишки к себе? То есть в конце видео, накануне конца света, момент на 11.58, жест рукой, название Canvas Man у них BFVSGF, схоже, ну и концовка видео, скриншот приложил. Я тебя, конечно, не осуждаю, но мне кажется, намного лучше придумать что-то свое. Желаю тебе продвижения и всяческих благ. Спасибо большое, Марат. Да, ты заметил правильно, что вот в конце видео я, да, позаимствовал у ребят их стиль концовки, так сказать, видосов, то есть логотип, прошлое видео и subscribe, то есть подписаться. Вот, ну я считаю, что это просто очень удобно, потому что как бы тут ты можешь и подписаться, и посмотреть какую-то превьюшечку прошлого видоса, и нажать, и посмотреть тут же логотип, ну как бы все перед глазами. Ну, опять же, это не изобретение Джесси и Джен, но да это все нормально, мы что смотрим, то и впитываем, то и делаем, так всегда бывает. А что касается жеста моего, то, ну, чуваки, это еще, наверное, не знаю с каких годов такие жесты начали применять, поэтому, ну... То же самое, что сказать, если я возьму завтра сделаю в свободной теме колесо, вы скажете, Майк, ты что, колесо изобрел? Это тоже неправильно. Виталик Мартыненко. Майк, привет. Вопрос по поводу партнерской программы. Насколько я знаю, у тебя на канале Жираф ТВ партнерка от X-Media Digital, то есть от медиагруппы. В одном из своих выпусков Беннет говорил, что обладатели партнерки от медиагруппы имеют возможность добавлять в видео чужой контент, музыку, видео, и им ничего за это не будет. Действительно ли это так? Какие вообще плюсы и минусы такой партнерки, на твой взгляд? И какую партнерку ты планируешь подключать на нынешний канал Canvas Man? Спасибо. Виталик, на самом деле, да, есть небольшое такое опекунство, так скажем, от медиагруппы. То есть, если вдруг твой канал подвержен риску бана, то медиагруппа, конечно же, тебя поддержит, пообщается с Ютубом, и твой канал вряд ли забанят. Ну, если там, конечно, серьезных нарушений прям нет. Друзья, у меня опять села батарейка. На ваших же вопросах, опять на тех же самых вопросах, как тогда в кафе. Вот, ну, остальные запишу уже завтра тогда. Сейчас пока играю с Барником. Барник, ну-ка иди сюда, Барик. У него просто другая игрушка в пасти, бросай. Брось. Ну давай, бросай. Все, иди. Сидеть. Сейчас. Сидеть. Куда сказать? Сидеть. Поймает. Блин, не получилось подкинуть. Брось. Барик, ты умный пес? Ты же не глупый? Точно умный? Сидеть. А хозяин у тебя умный? Давай. Нет. Оттуда прыгай. Нет. Возьми. О, красавчик. Как-то в свободной теме я вам показывал, друзья, и рассказывал, откуда у меня вот такой вот фотоаппарат. Это, короче, Зоркий от моего прадедушки. Я сам сделаю анбоксинг Зоркого. Смотрите, какая-то крутяцкая штука старая. Вон даже Барнику интересно, да, Барник? Чехлы раньше делали, да, какие мощные. Вот такие вот чехлы. И вот такой вот он, собственно, фотоаппарат. Это не зеркальный фотоаппарат. Вот, с таким глазком. Гантеля. Бомба замедленного действия. Ну давай, уже стреляй. Вообще прикольно, старые аппараты, они как просто как раритет такой. Но интересно было бы посмотреть на фотографии, которые можно сделать. Ну, естественно, это, наверное, нечеткие, размытые фотографии. И не в фокусе. Потому что фокус, естественно, нужно здесь. Это не зеркалка, здесь его сразу не увидишь. Нужно вымерять расстояние, сколько от тебя до объекта, и выставлять.
Ну что ж, друзья, день прошел. Не супер-мега-фонтанный день, то есть не так много интересностей. Вот с Алиской начали заниматься английским, вспоминаем времена. Вот такие вот дела. Ну, по крайней мере, я вспоминаю. Она хорошо помнит все эти времена, грамматику. А у меня большой словарный запас, но никакой грамматики. Вот такие вот дела. Ладно, всем удачи, всем отличного дня, хорошего настроения, всего-всего самого наикрутейшего. С вами был Майк, увидимся завтра. Покеда! Думали все? Нифига подобного. Кипячу воду, завариваю чай, сажусь монтировать видео. Покеда! Ask yourself to be chased. Ask yourself.